какой красивый корабль. Вдалеке яхта. И сегодня уже побольше народу на нашем пляже. Кораблик с парусами, с красными, смотрите, какой красивый. Там с белыми рядышком. Сегодня вечером мы вышли есть мороженое. То есть Владислав первый раз за эту неделю, уже неделя целая пролетела, вы представляете? И вот открылся у нас магазинчик, где все едят мороженое, любимый Влада. Сейчас будем выбирать, народу куча. Сейчас, знаете, видели женщину, которая бегала в маске. Мы чуть не упали прям. Бегать в маске. Кокосовая, манго. Черная смородина. Вульгарно... Да. Сейчас все комбиен кут. Пинбуль де сенкан тебе комбиен. Бонжур. А тебе глясаль итальян? 4 Владислава итальянская, шоколадная с ванилью, и Александра его любимая с йогуртом. Натюр. Натюр. Салон. Яур. Он говорит, очень вкусное. Оно такое, оно прям йогуртом пахнет. Мы пошли гулять. Красота вечером. Небо такое. Картина. Некоторые устраивают пикники. На песке. Влад танцует. Всем большой привет! Мы сегодня пришли в Декатлон.
потому что у Влада порвалась маска для купания, ой, для ныряния. И поэтому нам нужно купить здесь кое-что, детали, если они есть, конечно. Или маски от озера. Байфо де Манде, а кто траплю Леншу. Сейчас мы посмотрим. И я пойду себе гантели посмотрю, может быть, в этом есть Декатлон. Peut-être là, chérie, regarde. Non? Regarde ça. Ça, à 4 euros. Peut-être. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, все, я нашла. C'est bon, c'est ça. Sûr? Parce que là, regarde. Demande quelqu'un. Вот мы нашли. Может быть, нашли. Сейчас пойдем. Посмотрим для нас. Народ есть, но не очень много пока. Здесь купальники. Со скидкой всякие за 5 евро. Я себе столько уже накупила, 3 купальника, еще один купила. Так как купаемся много. Но я в Нозе купила, мне в Декатлоне не очень подходит. 4 евро. Много здесь. Пока нет. Меня по только же 5 килограмм. Вот. Уля. Ой! Алекс. Ну, Иля Шир. А, только мы тут материмся, простите. Ага, только вот такие маленькие по полкилограмма. Ага. Сейчас посмотрим. А там шерижевые сеи. Владислав. Мы в Карифуле Клера. И сейчас будем искать бутик СФР. Потому что Владу надо поменять форфе. Музыка здесь везде играет. Ничего я вам не поснимаю. А, витрины надо без музыки снимать, мне сказали в прошлый раз. Кофе везде пахнет вкусно. Здесь в СФР все строго. Нужно ждать. Смотрите обозначения, иконы. Вот. 1 метр между каждым человеком. Начинается аж вон там. И они тебя придут вызывать, сказали. Даже посмотреть нельзя.
сотовый телефон. Владислава. Ah, il est épais, hein. C'est le but d'un... Сразу защищаем. Voilà. Ah, super. Voilà. Après, je peux avoir besoin d'un petit peu de poussière, mais bon, ça reste. Tu vois, il est quand même. Ouais, merci beaucoup. Ça, je te laisse, ça peut te faire un petit chiffon, c'est pas mal. Et...